Сухов, помоги. С тобой мы в раз его прикончим. Ведь ты один целого взвода стоишь, а то и роты. Восток, дело тонкое. Я тебе человека дам, лошадь, жена. А, Сухов. Сухов, да сейчас, может быть, на 300 верст никого из наших нету. Это точно. Вот хорошо, вот и договорились. Вот что, товарищ хранитель, эти 9 освобожденных женщин Востока тоже величайшая ценность. И давайте не спорить. Вопросы есть? Вопросы? У Абдулы было 11 жен. Куда еще двоих подевал? Погоди, вот придет Абдула, он тебе вырвет язык. Ну чего молчишь? Язык берегу. У Абдулы очень много людей. Это точно. Отмерил? Аккурат, дядя Шин! Она греется. Должна. Как займется, считай. Плывут на катере. За кордон собрались. Заведут моторы через 42. Кик! Это точно. Прибери здесь все. Эх, взорвать бы! Гранат нет? Оставь твой патрон, Абдула! Нечем будет застрелиться! Махмуд! Не давай ему высунуться! Я здесь, Абдулла! А может, обождешь? До центра вместе доберемся. А там по железной дороге. А? Нет. Это ж крюк какой. Я напрямик, скорее получится. Ну, коня возьми. Не, хлопот с ним. Кормить надо. Прощай. Ну, Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия. До свидания, барышни. Извините, кое-что не так. Спасибо! Не за что.